Avqustun 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Brain Ring və Nə Harada Nə Vaxt adlı Beynəlxalq Bakı Festivalının bir qrup iştirakçısını qəbul etdi. Qeyd edək ki, bu il sentyabrın 4-də yaranmasının 20 ili tamam olan Beynəlxalq Klublar Assosiasiyası gənclərin elmi biliklərinin, dünya görüşünün daha geniş formada inkişafına, xüsusilə müxtəlif xalqların nümayəndələrinin ünsiyyətinə təkan verib. Bakının da iki bilicilər və hazır cavablar klubu bu beynəlxalq assosiasiya daxildir. Atəşkah və ikinci Bakı komandası. Avqustun 4-dən 6-sına dək davam edən beynəlxalq festivalda Moskva, Sankt-Peterburq, Odessa, Gorlovka və Bakı klubları bacarıqlarını sınayıblar. Festival iştirakçıları Heydər Əliyevlə xatirə şəkili çəkdirdilər. Prezident iqamətgahındakı görüşdə ən güclü komandaların təmsilçiləri, fəaliyyətləri və keçirdikləri oyunlar barədə Heydər Əliyevi məlumatlandırdılar. Команда или такая игра, что где и когда, теперь уже есть в Азербайджане. Все мы помним и хорошо знаем, какая увлекательная эта игра. И много поклонников в бывшем Советском Союзе, ныне в России. Но и в других странах, независимых государствах, которые в прошлом входили в бывший Советский Союз. Я знаю, что эта программа, которая по телевидению передавалась, центральному московскому телевидению, она вызывала большой интерес и за пределами бывшего Советского Союза. Но в самом Советском Союзе, во всех республиках, в том числе я помню годы своей работы в Азербайджане, начиная с 1975 года, в 1975 году началась игра. Это, в общем-то, это всегда вызывало большой интерес. Я сам, хотя у меня не так бывает возможности по времени для того, чтобы так посвящать это телепередачам, но по мере возможности я, значит, тоже смотрел эту игру, эту передачу. Позже в Москве, естественно, я когда работал и жил, а молодежь, я знаю, ну не только молодежь, но молодежь больше всего, конечно, меня очень интересует эта игра. И я думаю, что эта игра приносит очень большую пользу для обогащения нашей молодежи знаниями. Большую пользу. Это не просто какая-то увлекательная или развлекательная игра, а игра с большим таким смыслом, который обогащает знания людей, ну, особенности молодежи. Сейчас мы разошлись, Азербайджан и другие республики бывшего Советского Союза самостоятельно, независимые государства. Но однако, видите, вот такие программы, такие встречи, ну, такие события, они, в общем-то, не дают возможности нам оторваться друг от друга особенно. И это хорошо. Это очень хорошо. Знаете, культура, спорт, ну, искусство, они всегда связывали людей. Связывали независимо от того, в какой стране люди живут, независимо от национальности, независимо от языка. А мы все, в общем-то, которые родились и выросли в бывшем Советском Союзе, очень связаны друг с другом, очень связаны между собой. Много, значит, нитей, которые нас связывают. Но особенно сильно связывает нас искусство, культура,
музыка, литература, театр, телевидение, естественно, через которое сейчас все это представляется возможным распространять. Ну и такие вот особые специальные программы, как «Что, где и когда». Но в свое время для молодежи очень популярным и интересным был КВН. Но популярность КВН и сегодня сохраняется, и актуально сохраняется. Я с большой радостью узнал, что у нас в Азербайджане есть новая команда КВН. Но когда-то бакинская команда КВН, вы знаете, что так, в Советском Союзе занимала почетное место, выигрывала. Ну, а так потом, знаете, процессы произошли очень сложные, трудные. Но где-то так стали терять друг друга. И мне казалось, что у нас уже в Азербайджане, в Баку нет КВН. Тем более, что я где-то года три был в изоляции. Наверное, вы знаете, что я жил не в Баку, в Азербайджане, но жил на Хчеване, который находится в блокаде, где часто телевидение не бывает, электричества не бывает. И сегодня, вот я недавно говорил с руководителями этой Нахчеванской автономной республики, узнал, что 20 дней они нет у них телевидения, даже азербайджанского, не говоря о том, что там московского или какого-то другого. Но где-то что-то техническое произошло, и не могут устранить, и почему-то мне не сказали. Я говорю, почему вы мне не сказали? Он говорит, ну, мы же не хотели вас беспокоить, и так у вас много дел. Я говорю, много дел, но это дело очень серьезное, как же так? Целая автономная республика, жители этой республики, которые живут и так в изоляции, 20 дней совершенно не пользуются телевидением. Ну, мы приняли меры, восстановили это. 3 года я жил там, поэтому я тоже сейчас я имею возможность мешаться, давать указания или там поручать, чтобы так, если что-то где-то сорвалось, ну, поправить, выправить. А тогда же этой возможности не было у меня. Я жил, тоже бывало в месяц, нет света, нет телевидения, ничего нету. Ну, поэтому я несколько был оторван, и поэтому я не знал, есть у нас в Азербайджане КВН, нету КВН. А вот когда же я вернулся вновь в Баку, и оказалось о том, что у нас есть хорошая команда КВН. Они выступают хорошо. И когда вот Пулат отмечал свое 50-летие, ну, по-моему, главным в его этом самом вечере, таком художественном или торжественном вечере, главное место занимали ребята из команды КВН. Хорошо, что КВН живет, потому что я помню тоже зарождение КВН в Баку. Значит, когда КВН делал первые шаги. Вот. И хорошо, что сейчас в Азербайджане есть новое поколение КВНщиков. Я думаю, что они тоже не будут отставать от того поколения, которое занимало очень такое почетное место в бывшем Советском Союзе. Мне сказали, что в сентябре будет здесь, в Азербайджане. Да, здесь, в Бахуме, у нас во дворце, в котором все наши гости будут. Значит, в начале сентября все договоренности есть, и с московским телевидением общественным и так далее. Тогда на целом Антея ведут свою аппаратуру с помощью Ильхама. Кстати, он очень помог, спасибо ему большое. В общем, вся организация идет нормально, со всеми командами есть. Между, значит, сборной Одессы и сборной Баку будет суперкуб. Очень интересная игра. Да, мой сын им очень помогает, он с ними дружит и помогает им, да. Вот, ну, вот в 75-м году начал свою деятельность в Ашку. Что, где, когда. И вот 20 лет прошло. За 20 лет, конечно, вы приобрели большую популярность.
И правду говоря, я не знал, что у нас в Баку тоже есть такая команда, оказывается. Даже есть такие наши молодые люди, которые завоевывают призы, значит, соревнования. Я приветствую то, что вы приехали сюда. Я очень рад этому. Я думаю, что для нашей общественности в целом, особенности для молодежи, это будет большим событием, ваше выступление. Все это по телевидению будет передаваться, да? Будет. Прямо транслироваться или же потом будет передаваться? Ну, это программа «Мир» само собой. Надо, чтобы наше азербайджанское телевидение полностью транслировали это, потому что надо молодежь больше приобщать к этой интересной, но вместе с тем чрезвычайно серьезной интеллектуальной игре. Это, в общем-то, КВН тоже требует очень высокого интеллекта, но вот эта программа, что где и когда, особенно, конечно, требует эрудиции, интеллекта, находчивости, ну и, естественно, интуиции. Очень много таких качеств. Не каждый может, конечно, участвовать на этих соревнованиях. Но те, которые участвуют, видимо, обладают и знаниями, и природными данными. И, естественно, они выделяются и пользуются популярностью. Я поздравляю вас с тем, что вы в Азербайджане начинаете отмечать 50-летие вашего знаменитого клуба. И можете быть уверены, что в Азербайджане все условия будут для этого созданы. Вот работник нашего аппарата тоже очень так большой энтузиаст этого дела. Вот, он занимается этим вопросом, этими делами очень активно. Ну, если наш министр культуры сам лично занимается этим вопросом, вот, значит, все будет в порядке. А самое главное, для нашей общественности это большое событие, и для нашей молодежи имеет большое значение. Я уже сказал в начале, и хочу еще раз сказать, естественно, все это имеет значение и для того, чтобы наши связи, ну, многолетние связи, которые, ну, связывают народы наши, народы России и Азербайджана, народы других государств, независимых государств, в прошлом входивших в Советский Союз, с Азербайджаном, эти связи нуждаются в укреплении развития. Нельзя допускать того, чтобы эти процессы ослабляли эти связи, их, значит, прерывали. Нельзя допускать этого. Естественно, сейчас каждая республика – это независимое государство. У каждого государства есть свои правила, свои законы. Независимость для каждого государства, для каждого народа имеет большое значение. Но это абсолютно не противоречит тому, чтобы мы одновременно на базе всего того, что накоплено за многие десятилетия, укрепляли, развивали отношения. Отношения дружбы, отношения сотрудничества, отношения взаимопонимания. Повторяю, в этой связи очень важным средством является культура, искусство, литература, спорт, ну и вот такие программы, которые входят, в общем-то, по-моему, во все понятия. Тут и культура, тут и наука, тут и спорт, тут и все вместе взято. И образование, тут все вместе, да, тут все вместе. Я рад этому. И буду делать все для того, чтобы эти связи дальше развивались и поддерживались. Можете, азербайджанская наша команда может рассчитывать на мою поддержку в дальнейшем.
Если вот какие-то трудности, вы можете смело обращаться ко мне, не стесняться. Я в этом вижу и для нашей республики большую пользу, и, я повторяю, для дальнейшего развития наших дружеских отношений со всеми народами бывшего Советского Союза, с Россией, с русским народом. Приветствую вас и желаю вам успехов. Огромное спасибо руководству республики, потому что помощь была оказана на всех уровнях. И хотелось бы отметить тот факт, что года три назад проведение такого фестиваля было просто невозможно. А сейчас, когда мы обратились к руководству, раньше не обращались к руководству, но мы сейчас обратились к руководству, мы получили такое горячее понимание, такую поддержку, что проведение достаточно сложное дело. Проведение такого фестиваля, проведение такого соцмурного, я думаю, что мне не надо будет соврать. Этот фестиваль в какой-то мере беспрецедентный по своим масштабам, всех прочих движений, всех прочих фестивалей движения международной организации. Поэтому хотелось бы сказать огромное спасибо за руководство, как лично вам и отсюда, и за оказанную помощь, и, в общем, даже за оказанное доверие. Спасибо. 4 июля 70-го года я в составе одесской команды КВН играл в том самом историческом финале против команды Баку. Я достал еще и это. И может быть из-за того, что мы тогда проиграли, мы опять в плотности доведем, опять обыграли бакинскую команду, и не одну, и, наверное, вот какие-то покаянные слова здесь уместны. Мы, конечно, очень много. Единственное, что, чем я, например, могу это смягчить, это выразить свой восторг перед тем, как правильно, как умно, как толково. На государственном уровне азербайджане решили ряд проблем. И проблема сохранения души молодых. Ведь эта игра – это замечательная игра. В нее играет молодежь сотни городов. Вот президент нашего чемпионата Владимир Белкин подтвердит, сотни городов. Каждый год по телефону им звонят, и они отвечают на вопросы, что, где, когда, и участвуют в общем соревновании. Я, как проводящий электронные турниры, могу подтвердить, что десятки команд США, Израиля и других стран тоже играют одновременно на одних и тех же вопросах, что, где, когда. И это создает то, что, наверное, я просто счастлив, что в этом даже умеют беречь общее культурное пространство наше. Я хочу просто добавить, вот Борис говорит про чемпионаты, что в 1989 году была организована Международная ассоциация клубов, что, где, когда. И фактически они одни из самых первых организаторов этой ассоциации выступили и бакинские команды. То есть уже 6 лет Баку принимает участие во всевозможных турнирах. Сейчас это намного сложнее, потому что 4-5 таких крупных турниров, которые проводятся в разных городах и в России, и на Украине. Сейчас Баку организовал очень представительный турнир, очень один из немногих по представительству своих команд. Вот самый основной вопрос – это то, чтобы команда могла приехать на этот турнир. А вы сами понимаете, что сейчас барьеры межгосударственные. Например, в этом году вот, телефонный чемпионат, который я провожу, Баку, например, не могли принять участие в связи с тем, что не было телефонной связи. У меня были заявки от бакинских команд, и, к сожалению, не могли абсолютно никак прозвониться, вот очень жалко. И вот то, что фестиваль сейчас состоялся, именно сейчас, как нас вызванивали в России, на Украине, как нас просто пытались найти, чтобы договориться о приезде, конкретно по числам, это просто отдельный рассказ требуется, да. И мне, например, очень приятно, что именно здесь этот фестиваль состоялся. Вот были маленькие такие вот просто фестивали, когда приезжала одна, там две команды. Дважды я не смог приехать, сейчас мне удалось приехать, я просто счастлив, что смог приехать, посмотреть своими глазами и принять участие вот в тех мероприятиях, которые были здесь, которые организованы на довольно высоком уровне, потому что я во многих фестивалях принимал участие, как организатор, как участник. Здесь серьезно очень организовано, очень доброжелательная публика. Было великолепное открытие. Очень жалко, что, к сожалению, не все официальные вот лица смогли присутствовать. Но вот Влад не даст соврать. Было великолепное открытие. Я думаю, что сегодня будет на таком же высоком уровне закрытие фестиваля. И просто, ну, пользуясь тем, что я являюсь членом правления Международной ассоциации клубов, ну, хотелось бы, чтобы этот фестиваль бакинский стал просто традиционным, чтобы ежегодно сюда могли приезжать команды. Если это действительно на таком высоком государственном уровне решается вопрос, то если государство поддержит, то это просто проблема решается, я думаю,
абсолютно легко, потому что все, кто здесь находится, с удовольствием приедет, я думаю, не один раз сюда. Мне опять-таки не дадут соврать все, кто находится здесь. Вот, так что большое спасибо за поддержку. И еще персонально хотел бы несколько слов насчет Равшана Аскерова сказать. Он явился фактически организатором идеи того, чтобы фестиваль здесь состоялся. И Равшан Аскеров получил достаточно большую популярность благодаря телевизионной программе, где он великолепно выступил. Равшан я достаточно давно знаю, уже лет 5, наверное, он играет в бакинских командах, снимался на телевидении. Просто если будет поддержка его, его коллектива, его команды, с которым он все это делает, я думаю, что вот, дело вот, что, где, когда, вот таких интеллектуальных игр в Баку и в Азербайджане, ну, будет надежно в руках. Да, безусловно. Я вот точно как редактор трех телевизионных передач, которые мы делаем, «Своя игра», в которой Равшан Геннадьевич прославился, стал просто звездой нашей передачи «Устами младенца» и «Стоп одному», и снимаем эту передачу. И я здесь тоже занималась таким немножко фестивалем, как бы так, «Что, где, когда» проходит, но я тоже забочусь о своей игре, хотя я сама играю «Что, где, когда», а вот снимаю свою игру. Я здесь проводила отбор, тренировки для желающих участвовать из Азербайджана в нашей игре. И Равшан Аскеров очень помог мне проводить эти отборы. Теперь появятся новые участники, бакинцы наших передач. Я хотела вам от нашей передачи, как редактор, получить маленький подарок. Это книга, которая составлена по материалам передачи «Устами младенца», это самые смешные объяснения детей. Игра состоит в том, что взрослые пытаются угадать, что же за слово пытается объяснить ребенок. И дети своей собственной непосредственностью говорят на очень смешные вещи. И вот взрослые потом угадывают, что же, о чем ребенок говорит. Это здесь самые смешные объяснения такие, очень приятные. Очень действительно. Дети, конечно, чистые души, и то, что они говорят, это плохо. Мы в обмен на это мы хотели попросить вас написать нам брошюру, а вас подарили. Спасибо. Спасибо. Ну что, чай попейте. В эти дни в Баку очень жарко. Чересчур жарко. Да? Нам уже говорили, что нам обеспечат теплый прием. Прием не теплый, жаркий. Жаркий, да. Горячий прием. Очень жарко. У нас лето жаркое вообще. Вот июль. И вот сейчас уже август начался. У нас проблема, вы знаете, уровень воды Каспия поднимается, затапливает наши берега, наши пляжи. Но там, по-моему, не... Ну, затоплено. Нас предупредили, заходите в воду осторожно. Затоплено, но не так много, по-моему. Потому что там, я помню, там был очень пляж такой плоский и такой широкий. То есть от моря до, в общем, этих скал место было большое, и поэтому там если немножко еще... Ну, естественно, пляж сократился, вот этот песок, вот, который там был, он сократился. Потому что там же рядом и наша эта государственная дача, где тоже был пляж, которым в свое время я пользовался. Сейчас я вот поехал туда, и трудно, потому что там... Очень много скал туда бросили. Я приехал в Москву, был один, случайно оказался, в команде Азербайджана было свободное место. Да. Ребята даже немножко потерялись. Неужели нас спрашивают о нашей стране? И тут задают вопрос. Да. Как зовут нынешнего руководителя этой страны? Я когда-нибудь набью по руке Равшана, нажимаю кнопку, и, естественно, говорю, ребят, сумели ответить на этот вопрос? Мне это было удобно. Мне это было. Сколько дней еще будет у нас? К сожалению, в понедельник уже все. Понедельник. Другие игры. Да. Подготовка к самому главному событию. Ага. И дело в том, что брейлинг на весь год записывается в течение 10 дней. Ага. Жесточайшие меры по 3 игры в день.
мы все съезжаемся, и начинается запись. И это будет 23-24 августа. Просто игра на события, что никогда. Тоже такой же вопрос. Без такой команды минутами размещать, для того, которые ответили неправильно. Все, только для следующего вопроса. Ну, вот в этой игре 5 лет, но она более демократична, что ли. В эту игру играет, в прошлом году играла порядка 35 команд из 11 лучших республик. В этом году, по-моему, еще Грузия добавилась и Ашхабад. Да. Ко мне по электронной почте я практически главная раздача вопросов литвинерозов. Я сейчас составляю азербайджанским командам около 10 тысяч вопросов. И вдруг пришло сообщение из Ашхабада. Ашгабад. Ашгабад? Они хотят, чтобы так говорили. Странно. Почему австрийцы никогда не говорят, почему вы не говорите «вин авена»? Вот. Почему-то так. Вот пришло сообщение, не можете быть прислать вопросы литвинерозов. Я, конечно, узнал, что и Туркмения участвует, и Грузия появилась, и сейчас команда Азербайджана тоже будет играть. Правда, ребята, наверное, сейчас мечутся, у них до сих пор нет спонсора, они не знают, как поедут, но я очень надеюсь, что они будут. Азербайджанцы? Азербайджанцы, да. Я думаю, что проблем не должно быть. Да нет, почему-то в этом уверен. Более того, у вас в чем я уверен, что азербайджанские команды так что уже всегда будут сами появляться, всегда будут заметны. Заметны не только хорошие игры, а игра тут хорошая, мы уже достаточно красивые. Заметны яркостью, заметны эмоциями, вот тем, что является самым интересным на телевидении. Телевидение очень любит азербайджанские команды, именно потому что на них игры действительно интересны и приятно смотреть. Не сдерживают эмоции. Вот мы зашоренный портовый город. На огромных международных линиях. Мы все-таки нас так долго ругали, что мы плохо говорим по-русски, а теперь ругают, что мы плохо говорим по-украински. Мы так с собой следили, мы более строгие, более сдержанные. Телевидение даже показывает нарекания. Наши азербайджанские команды приятно смотреть. И вот что я знаю, что сколько мы одесситы не будем играть во все эти игры, мы будем играть, столько всегда нам будет. Будут нам препятствия, противника, будут нам портить кровь потихонечку, именно азербайджанские команды. Очень хотелось бы, чтобы и в других случаях конкуренции удавалось сохранять хорошие личные отношения, но это, к сожалению, не всем и не всегда удается. Ваш президент был недавно здесь, последний после этой резиденции, ваш президент. Мы как раз читали даже. И то говорит, посмотрим, что из этого выйдет. Скажем так. Ну, наш президент еще в бытность свою премьер-министра проявил одно качество, которое лично я считаю похвальным. Он проявил способность очень быстро обучаться. Кроме того, он же мой коллега по жанру. В свои молодые годы он тоже с языком и гитарой ходил на слеты авторов исполнителей самодеятельной песни. Да? Да. Если бы мы не знали, здесь попросили его что-нибудь. Да, бы мы не знали, а то попросили бы его что-нибудь. Я следующий визит надо запомнить. Недавно он был здесь у нас. Да, очень хорошая встреча прошла. Очень хороший визит. Мы довольны, и он доволен. Мы подписали ряд очень важных документов. Украины. Предстоит на ответный визит. Я думаю, что состоится этот визит тоже. У нас с Украиной очень хорошие отношения. Очень хорошие. Хорошие отношения, тем лучше. А? Чем больше хороших отношений. Да, нет, мы, в общем-то, поддерживаем добрые отношения со всеми странами. Особенно со странами бывшего Советского Союза. С огорчением могу сказать о том, что не по нашей вине, а по вине другой стороны у нас осложнились отношения с Арменией. Идет война, вы знаете, уже более 7 лет. Что я сумел сделать, вот уже скоро будет 15 месяцев, как нет войны. Ни одна война не может принести счастье этому народу. А то, что уже потеряно, погибло много людей. И, конечно,
граждан Азербайджана и граждан Армении. Но мы, конечно, от этого очень сильно пострадали. Вы знаете, что в результате различных причин 20% территории Азербайджана оккупировано армянским вооруженным формированием. Более миллиона жителей Азербайджана, граждан Азербайджана, вот этих оккупированных районов, изгнаны из места жительства, и живут в большинстве палаточных городах, размещены в общежитиях, там различных таких административных зданиях. Ну, в общем, где-то их устроили, находятся в тяжелом положении, в состоянии беженцев. Это вот большая трагедия. Но несмотря на то, что мы очень многое потеряли, несмотря на то, что погибло много людей, несмотря на то, что на территории оккупированной армянским вооруженным формированием почти все разрушено, разграблено, тем не менее, мы стоим на позициях мирного решения вопроса, потому что мы бессильны, потому что мы считаем, что война бесперспективна для всех. Можно воевать еще 10 лет. Никогда Азербайджан не согласится уступить ни одного метра своей земли. Но вместе с тем, конечно, в Азербайджане, так же, как и в любой другой стране, каждый человек должен пользоваться всеми правами граждан, но и чувствовать себя нормально и безопасно, в том числе и армянское население Нагорного Карабаха, у которых не больше 100-150 тысяч, при 7,5 миллиона граждан Азербайджана. Почему 100-110 тысяч армян не могут проживать там, на Нагорном Карабахе, в своих домах, спокойно, нормально? Для этого не надо воевать. Ну, а давай территорию, как это будет сказано, мы никогда не согласимся. Ну, вот это, конечно, омрачает все. А так, я уверен, что становится прочный мир, но становится отношения нормальные. Наши народы веками жили, живут, и, естественно, будут жить рядом. А жить рядом, по соседству и враждовать вечно нельзя. Это никак недопустимо. Это просто естественно. Вот. А так со всеми странами. У нас дружеские отношения с бывшими странами Советского Союза. Ну, большинство из них входит в СНГ. Если Прибалтийские республики входят в СНГ, у нас с ними тоже очень добрые отношения. С другими соседями у нас добрые отношения. Ираном, Турцией, ну и другими странами. Сейчас Азербайджан независимое государство и поддерживает государственные отношения со всеми странами мира. Во многих странах есть наше посольство. Здесь, в Азербайджане, есть посольство многих стран. Поэтому мы сторонники дружбы. И когда вот я приглашал Леонида Даниловича Кучина, президента Украины в Азербайджан, я преследовал эту цель. И, кстати, двухдневный его визит здесь прошел как раз в общем, в атмосфере дружбы и сотрудничества. И так мы будем продолжать. И вы будете помогать народам, государствам еще больше дружить. Я в начале нашей беседы сказал, сейчас я хочу сказать, что ваша деятельность в этом отношении играет и будет играть очень важную роль. Так что желаю вам успехов, счастья, благополучия. Приезжайте в Азербайджан еще и еще и еще. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.